политический акт, который может создать новую точку напряженности на Днестре. Так прокомментировал заявление парламентской ассамблеи Совета Европы по Приднестровью российский парламентарий Артем Туров. Накануне ПАСЕ признала нашу страну зоной российской оккупации. Это цитата из заявления. При этом Туров отметил, ПАСЕ не имеет никаких полномочий в вопросе урегулирования. Для этого существует международная площадка 5+2. Мир на Днестре обеспечивают миротворцы. Миссия трехсторонняя, участвуют российские, приднестровские и молдавские военные. Все 30 лет в Приднестровье мир. Ответил Туров и президенту Молдовы, которая снова призывала вывести из нашей страны российских миротворцев. Верю, что в нынешней ситуации у руководства Молдовы и в первую очередь у президента Санду хватит мудрости и взвешенности на то, чтобы в рамках действующей конституции страны проводить политику, направленную на реализацию национальных интересов, а не на решение чужих политических и геополитических задач. По конституции Молдова нейтральная страна. На это указывала и сама президент Молдовы еще 24 февраля. При этом из Кишинева регулярно звучат призывы о выводе миротворцев России из Приднестровья.